Так. А что-то во второй тиме не показан, какой рейтинг. А, потому что три чувака еще отборочные проходят, ясно. Ну, смотрим, что пусть они выбирают, что они хотят. Так. Хиллера пока нету. Я думаю. Один танк у нас горилла только, да? Я даже не знаю, стоит ли ее брать. Может, вот этого взять? Давайте этим. Я давно не играл просто. Для разнообразия. It is not my preference to see to matters personally, but I will see them done. Какие у нее когти, коготочки, другие стали, это типа скин. Поэтому... Кто-то меня сзади стрелял-то. Ага. Полностью все здоровье снял. Давай, 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 давай. Ну, кто там? Добивайте. Всех там нормально так убили. Так. Чё она вниз спрыгнула? А, там не разбиваешься. Я думал, там разбиться можно.
Так. Чё, еще одна атака? У нас времени еще много. Ну что, пока не можем дальше. Я бы поменял героя, честно. Мерси, мне кажется, больше здесь сейчас подойдет. Да потому что урона не наношу особо. Поэтому. Кого-то убили, но этого недостаточно. Надо, чтобы нормально мы все ворвались. Недостаточно просто убить. Надо целую команду положить здесь, на последней точке. Ну и я один остался, ясно. Ну нельзя по центру идти, надо как-то спрыгивать откуда-то. Нельзя вот так тупо центр идти. Не, поменяю. Уже, конечно, концовка, но... Надо менять. 20 секунд, может, еще успеем на одну атаку. Ясно, этот чувак просто расстрелял меня. Хорошо попал в голову, наверное. Ладно, тут нет смысла даже идти. Все уже сдохли. Ну ладно, ну мы не, у нас не получилось, но сейчас посмотрим как. Ну нам, ну, короче, первую точку нельзя отдавать, тогда мы выиграем сразу, я так понимаю. Ну я делаю Мерси.
Я просто смотрю, что они возьмут. Так, это чел. Я им играл, он его взял. Этот герой так себе. Он здесь не особо что-то поможет нам сделать. В дефенсе, да, мы? А, давай так. Не, давай. Не, нормально. А че я не могу, ага. Да, он прыгает. Чё он делает? Зачем рисковать? Да чел всех убивает просто. У нас такого нету. У нас такого нету. Чувака. Первую точку мы уже теряем или нет? Ну чё ты назад-то, алё? Взяли бы, попробовали. Ладно, там 5 человек. Ясно. Ясно. Да просто в нули нас порвали все. У них просто больше урона. Вот. У нас не было... Вот этот чувак всю игру делал, вот этот у них. У нас такого не было. За нас. Ну вот, за нас. Они сразу ливнули все, короче. Реально, после того, как я дезертиром стал, непонятно, кого дают просто в команду. Не дают чуваков, которые могут тащить, понимаете? То есть надо самому ДПСом таким играть. И убивать. То есть надо самому все делать. Иначе никак. Now entering King's Row.
Где игра? Где игра? Где игра? Где игра? Где игра? Так, я пропустил. Чё у нас? Чё у нас? Ну, я не знаю. Что нам надо? Может, этого чувака брать? Чё-то, когда его беру, нормально как-то получается. Не всегда, конечно, но в основном нормально так. Я не знаю. Или хилера какого-нибудь взять. Я не знаю, не знаю, не знаю. На этой карте нормально вроде он идет. Тут расстояние нормальное. Где хилка? Чё так долго регенец? Гня похил. Soldier keeps kind of trying to come out of the top right. Mercy, just leave me alone because they're gonna jump me here. That's fine. They're all top, a bunch of them are top right. Come here, get stabilized. He jumped, get the soldier, get the soldier. Soldier's down. Good job. Back in front. Targeting me. I'm jumping the Moira up top. Hang on. Just jump down. Good choice. Mercy, can I get a quick boost real quick? Just boost. Experience. Give a boost. I was gonna tank burn with a fan. Keep it up. Creep on the left. Help on Mercy. I got him. Get over here. No, focus shook. I got him. I'm coming back. Пока все за рипером бегали, нас тут поубивали. Нормально. И они берут точку? Нет, не взяли. Чисто один рипер.
Прибежал все-таки на рипера и все. I'm fucked, man. Yeah, no, focus with the team. I'll deal with their DPS. Yeah, the Reaper's getting me from behind, dude. I can't shit about it. Fuck, good, just let me know if that happens, okay? I'll keep an eye out for it, but if I don't see you, let me know. Yeah, he's going to the left side by the and he gets the HP in the bottom over there. You know what I'm saying? Mm-hmm. The left side. That's where he's going all the time. He gets low and goes there every time. Heard. On the left side already. Right. I'm gonna go for left side flank. He's on the top right. He went for our soldier. He's waiting to jump down from the top right. I'll stay back here with Mercy. Here he is. Try to keep it steady. I'm down. It's not dead yet. Got the healer. Got the healer. Nice! Gotta get up on me, gotta heal. Reaper back right, on our back right, top. Which have a Reaper ult. I got him. We're here. Genji on the right flank. Watch for it. Die. Fuck, man. Reaper tanked all in for him. Didn't even block, it just stepped in front of him. 10, блин. Он еще регенит здоровье, когда ультает, это работает, я так понял. I gonna do shit, Moira's fucking sucking me off, dude. That was close, we got this. Так какой счет, 1-1 или что там? А, 1-0? Сейчас мы будем. Hold them at a choke. Don't focus one person, you try to hold them at a choke, I'll deal with it. Пердонойс. That fucking sucks. Yeah, I was on the final kill shot on the Reaper, and сейчас доиграю. Reinhardt stepped in front of him. Расскажу. Не, я, наверное, за Орду все-таки буду. Потому что я за Вара, скорее всего, буду играть. И вообще, какого-нибудь Андеда, скорее всего, буду делать. Потому что я начальный квест Андедов вообще никогда не делал. Практически один раз вроде. Хочу просто... Андеда, наверное, Вара сделать. Посмотрим пока что так. Мага не хочу, что-то мне не понравился маг. Скучно играть магом. Ну, мало спылов, одинаковые все спылы какие-то. Ну, меня... Ты иди все. Короче, я один, что ли? Как обычно, короче. Ну сейчас сзади ворвутся и все. Или нет? А может даже, кстати, так лучше в бок уйти. Меня типа убивают, но они время теряют. И это круче. Так, куда тут кого? May left side, may come at a point. Mercy, I'm on your right. When we get the point, you give me a quick boost. I want to see if I can mow them down real quick. I'm going on your left, man. We got Mei coming from the hallway. Along with Genji. Oh, I need a help in the middle, bro. I'm trying to help you. I can't really do much for you. No, а это откуда сзади оказалось? А, она вместе с тем была. Не знаю, мясник или как его там? Игра называется Minecraft, чуваки, кто не знает. На PlayStation 5 вышла. No problem.
He got this. He used to get the percent lead. Just make sure we're grouped together. Make sure we're like together. And we're not trickling. Somebody's over there. Somebody's over there. Рановато я ворвался. Ну, хоть одного. Хоть хиллера убил. Got it. Easy, we got this. Fuck out of your mercy. Easy. We gotta back off this choke. I got the healer though. I'm down. They're running, soldier, running. I got you. Any heals? Thank you. Heroes never die. Get off my point! Так, ну чё? Easy quads. I know I've got him pissed off, cause I have 12k and 40 elims. That's what's up. А просто я когда магом играю, я не чувствую оружие, поэтому мне маг не понравился. Ну, то есть я люблю, когда у меня какая-то пушка в руках хотя бы есть. А то есть, а магу пушку какую не бери, там просто циферки. Ну, как бы, я еще люблю, когда что-то в руке, там, меняется оружие. Это получается... Ну, я не чувствую, что там сменил пушку какую-нибудь. Одежда там меняется, и все. Мне как-то больше милишникам нравится, вот что. Я не знаю. Я не знаю, куда я пойду. Может, на русский сервак. Я даже не знаю, может, там серваков разделения не будет никакого. I really reset my mag. Top right, Doom, and we got the monkey coming in. I'm taking the objective. Get over here. I'm the better McCree. Мерси такая одна пришла чисто. Чисто захватить. Чисто захватить базу. Thank you. Is it easy? We got this. Easy. Yo, help banana pill, help banana pill. Heroes never die. Ладно, там все нормально. Сейчас взрыв будет, да? Или че? Their mercy is pocketing McCree. Nice. Ooh, I hold up my free for easy. Good job. Good job. Alright, I'm coming wild though. Hold on. А куда он улетел? А, это ульта такая. Улетает он в никуда. То есть даже если нет сверху никакой крыши, он все равно улетает. God, that fucking... I gotta start targeting the Mercy. If you can, please target the Mercy. She's just gonna pocket McCree and he's gonna rip up our tanks. Ah.
job, guys. Good job, good job. Ой, а как я умер? Я не понял, кто меня убил? А, это чувак. Я думал, он взрыва, я просто. Не, я просто танковать люблю еще. Почему вар? Танкование хоть какой-то экшен. А там магом там еду сделал, полиморф кидаешь, ну и все. Особо никакой ответственности нету. То, что там, например, магом поиграть. Ой, то, что варом поиграть. Ну, не знаю, варом прикольнее как-то. Просто потому, что можно танковать хотя бы. Можно и друидом, конечно, танковать, но друид, блин. Друид — это, конечно, жесть. Друид просто недоделан в классике. Ну, то есть он у него все есть, но по сути ничего и нет. Вот он всех нас убил, тогда этот чел. Так мы победили или нет? Я чуть не понял. Да, мы победили. Мы победили. 36 киллов. Нормально, погнали. Следующую игру. Сколько рейтинг? 1915, ну что такое? Просто два луза было подряд. Сейчас надо снова два раза подряд выиграть, чтобы назад вернуться. Но пал он специфический. Палом на релаксе прикольно играть, но не более того. Не, шамы имбовые, конечно. Шамы имбовые, у них все есть. Но без мана... У них мана быстро, конечно, кончается. Постоянно пить это вот. Тоже мне что не нравится, маг... пить постоянно бесит. Без маны маг, конечно, ноль. А у вара что там? Здоровье что-то хилит и все, пофиг. Ярость и все. Так, это что у нас? Скирмич? Еще нету игры. Не, магом точно не буду. Я думал еще каким-нибудь локом, но лок по сути тот же маг, то есть ты не чувствуешь, что там пушку какую-то поменял, там циферки меняются в ближнем бою. Ну, ты просто жмешь кнопочки и, ну, как-то. Я люблю в ближнем бою, так вот. Как-то вот это больше мне подходит, я не знаю почему. Ну, что-то захотелось. Скорее всего, точно вар будет. Я просто не знаю, за кого вар. А Таурена не хочется делать, я уже делал. Я никогда андеда вара не делал. Поэтому чисто андед будет вар. Чувак, что в Sonic Dash играет или что за игра? У них это по активации включено. Микрофон включен. Блин, ну что ж такое? Кто играет на PlayStation, на Xbox? У вас тоже такие долгие загрузки в рейтинговых играх? Я чуть не понимаю, ну что это такое? Чё так долго-то? Я не знаю никаких каналов. Я не смотрю вообще никаких никакие каналы по летсплеям вообще. То есть я ничего не знаю. На YouTube ничего не знаю. На Твиче там пару каналов знаю. Ну и все, как бы. И то я не особо там смотрю. Бывает, посматриваю, но так, на заднем фоне и все. Я, наоборот, сейчас не буду смотреть, чтобы соскучиться по игре, и, ну, мне захотелось поиграть больше. Потому что что-то последний раз вот я пытался магом играть, вообще что-то не зашло. Ну, вообще что-то неинтересно было. Может, я так понял, потому что это маг. Если бы я играл варом, было по-другому, поэтому что-то... И друидом я играл тоже что-то до 30-го или 40-го я докачал друида, тоже что-то дальше не пошло. Поэтому, скорее всего, вара лучше всего. Йоу. Чё у него за звук? Это что, принтер печатает? За кого мне играть? А чё за карта? Я думаю, возьму этого. What's up?
Так. Да мне не особо расовая билка нужна. Мне просто хочется вначале как бы атмосферу получить новую. За андедов, например. Or I'll switch to DPS like half the community does. Тут так меня жестко пробивает. Блин, вот этот чувак, он имбовый. Влетел в меня, превратился, убил. Им просто, наверное, сложно играть, я так понимаю. Nice. I guess we earned it. You get a Reinhardt for the rest of the game. А где они? Где они? Как же убил быстро. Я думал, успею что-то сделать. Успею жопой убежать. А, он свою обилку прожал там какую-то. Крутую. Он просто хорошо попал в меня. Там хороший урон идет. Вот этот чувак хорошо играет. Но этот чувак игру всю делает за них. Надо как-то его убивать. А его сложно убить, это как Цитрон в ГВ 2. Фиг убьешь. She's high up there. Holy shit, if I hit her with that. I was dreaming of hitting her with that bullshit. Far above the point. Just focus her. Lucio, Reaper ulted. Oh, Jesus. Ну они вдвоем просто две билки пробили. Они вместе играют просто. Договорились. Вот этот Рипер еще. Всех в одно место. Хорошая комба просто. Ну это вместе сообща только делать можно. Этот чувак просто ничего не сделать. От него не убежать. Как она еще выжила? Я не понимаю, что происходит.
Reaper is almost down. Kill Reaper, he's behind you guys. Здесь надо каким-то героем другим играть. На этой карте как герой. Троих убил или двоих? Capture the point. Двоих, походу, убил. Ну что, затянут? Давайте, ребята. Мне нужна победа для рейтинга. Давайте, ребята, давайте. Я нормально. По урону на первом месте я, короче. Да, я не убил много, но... Невозможно этого убить, реально. Этот чувак просто всю игру сделал. Вот он самый лучший игрок. Однозначно. Так, это другая карта. Это эта же карта, только другая часть. Вот здесь, по-моему, этот герой лучше идет. Вот я не помню, что это за часть. Да, здесь, по-моему, лучше идет. Ну, тот чувак просто игру сделал. Если бы его не было, тут победа была бы. Он столько раз там всех убивал. Да ё-моё, как его реснули-то? Как его нареснул? Я даже ее не видел. Я слышал ее шаги. Блин. Еще Мерси тоже решает, настолько раз ресала всех. То есть мы их больше убиваем, но... Мы их чаще убиваем, но рес у них есть. Из-за этого все проблема у нас. Кого-то убил. Вот этот чел просто бешеный. I can't. I need to play. Надо попробовать, кстати, им поиграть. По ощущениям несложно играть. No, I think Diva is my best. I need to counter that Pharah. I'm going after Pharah. Reaper's up top, he's gonna drop something. Here he comes in the room.
Fire is low. This ball is so low. Still attacking Farah. She's down. Attacking Winston. He's down. Amy behind us. Dead. Reaper. Да хватит говорить, кто dead. Чувак такой, типа... Orisa's low as fuck. I've got you in my sights. I'm proud of you, boy. Nice. Сколько ж надо в него всадить, чтобы убить этот шар? Это просто пипец. Это просто что-то с чем-то. Soldier and I need help. Shoot the Farah, she probably has ult. She's down. This Hammond has ulted itself. Ну чисто, чисто ульта. Сработало хорошо. Блин, они захватывают. А, не, это мы захватываем, подождите. А, не, никто не захватывает, все нормально. Reaper's above. Okay, that was kind of cool. Я вообще не понимаю, кто стреляет по мне. Вот эта вот летающая тема на этой карте вообще нереально работает. Особенно Мерси еще хилит ее. То есть по земле у них этот шар, а эти летают. Это вот самая имба на этой карте. Ну просто нереальная имба. Они сейчас точку спокойно могут взять, потому что они сейчас... Да-да-да. Он так говорит, как будто там так важно нам. Ну все, они заслуженно должны победить. Потому что, ну... Someone's got a touch, though. Hey, you're right. Sure.